Привет! Что это сегодня собралось только тачек посередине города? Я уж думал, опять начались какие-то беспорядки. Здравствуй, шериф. Все нормально. Никаких беспорядков нет. Мы просто ждем молнию Маквина и Джексона Шторма. Кое-что интересное хотят они нам показать. Какая-то новая техника у Джексона Шторма появилась, с помощью которой он всегда выигрывает на своих соревнованиях. И он нам сегодня хочет об этом рассказать. А что это за новинка, мы пока не знаем. Поэтому все в ожидании. Привет, шериф. Очень рад тебя с утра видеть. Сейчас подъедет молния и Джексон Шторм. Джексон Шторм нам обещал показать что-то очень интересное. Посмотрим, сдержит ли он свое слово. Джексон Шторм на самом деле очень мощная тачка. И посмотрим, с помощью чего он постоянно выигрывает. И сегодня мы узнаем, что же ему в этом помогает. И не только мы узнаем, а узнают все телезрители мира. А я знаю одно. Какая бы тачка ни была мощной у Джексона Шторма, все равно молния Маквин круче. Согласен с тобой, Выхлоп. Ты как всегда прав. Молния Маквин – наикрутейшая тачка. Все мы тут крутые тачки. Самое главное – это каждый день тренироваться и не лениться. Стараться, стараться и стараться. Тогда все станем чемпионами. Ты прав, Бобби Свифт. Надо стараться, и только тогда все получится. А вот, смотрите, Джексон Шторм и Молния подъезжают к нам. Ну, здравствуй, Молния. Привет, Джексон Шторм. Привет всем тачкам. Давно всех не видел. Привет, Джексон Шторм. Рады тебя тоже видеть. Ну, давай показывай, что ты придумал нам сегодня. Ну, давай же, начинай. Все тебя только и ждем. Все уже заждались у своих экранов. Ну, давай, начинай, Джексон Шторм. Что ты интересненького придумал? Ну давай же, не тяни, ты посмотри, сколько тачек собралось, и все тебя ждут. Видишь, я сегодня какой нарядный, специально оделся на презентацию твоей новинки. Ну что, начинай показывать, что ты хочешь нам всем представить. Вы сейчас сами все увидите. С помощью этой техники я всегда выигрываю на всех соревнованиях. И никакой трек меня не страшен, потому что у меня есть вот что, смотрите. И что же это интересно? И что же там интересно посмотреть? Ух ты, посмотрите, какая это новинка. Да, смотрите, это крутой грузовичок. Я раньше такого не видел. О, да, и что же там интересно внутри? Мне не терпится посмотреть, что туда может поместиться. Да, это точно, очень крутой аппарат. Ну ты, Джексон Шторм, нас не подвел. На самом деле, это очень интересная штучка. Ну что, всем привет. Потап, здравствуй. Останови, пожалуйста, съемку. Пришло мое время. Пока все тачки рассматривают новинку от Джексона Шторма, я хочу с вами поздороваться, друзья. Здравствуйте, все подписчики Потапа. Я вас всех очень люблю и очень по вам соскучился. Как вы уже поняли, в студии Потапа сегодня идет съемка фильма про тачки 3. Вон они, посмотрите, сколько тачек. И какие еще это наикрутейшие тачки. У них сегодня новинка, которую представляет Джексон Шторм. Это очень интересно. И вы сейчас об этом увидите целый фильм, где рассказывается о этой наикрутейшей штучке. А я прибежал в студию на середине съемки для того, чтобы, друзья, вам напомнить. Не забывайте, у нас сегодня розыгрыш, и он очень скоро начнется. Ну все, я пошел пока к себе, а вы продолжайте смотреть новый фильм о тачках. Ну все, я скоро приду и принесу вам интересненькие вещички. Вы об этом знаете. Это то, что у нас разыгрывается. Ну ладно, все, оператор, включай камеру, можно продолжать съемку. Я пошел к себе. Привет всем подписчикам Потапа! Как вы видите, у нас проходит съемка фильма про нас. Это Потап решил быстренько заснять еще один фильм про тачки, потому что вы очень много об этом написали в своих комментариях. И вот еще одна новинка от нас, друзья. И сегодня вам ее представит Джексон Шторм. Но это вы сейчас сами все увидите. И он представит не только новинку, а будет очень-очень интересный сюрприз от него. Но это он сам обо всем вам расскажет. Ну а пока продолжайте смотреть. Приятного вам просмотра. Тачки 3 ждут вас, друзья. Вперед в мир приключений Потапа! Всем привет, меня зовут Джексон Шторм, я великий гонщик. И сегодня я вам покажу свою технику, с помощью которой я участвую на всех соревнованиях, и без него я никуда. Это мой фургончик. Итак, смотрите все внимательно. Встречайте, новинка от Джексона Шторма. Вот такая вот классная штучка, друзья. Вам это очень понравится. Это мой фургончик, который полностью оснащен современной техникой. В этом фургончике есть все. Ну об этом обо всем вам, друзья, сейчас расскажет Потап. Потап, помоги, пожалуйста, нам. Расскажи про мою новинку. Привет, друзья. Вы снова в гостях у Потапа. И сегодня у нас, посмотрите, вот такой вот новый игровой набор, который называется «Перевозчик Джексона Шторма». Тачки 3. Вот это все находится внутри вот такого маленького фургончика с виду. Но на самом деле он очень огромный и очень мощный. А внизу мы видим коллекцию из этой серии. Вот так вот грузовичок выглядит, когда в закрытом состоянии. И стоит его открыть, посмотрите. Вот такое вот у него полное раскрытие. И чего только нет внутри этого фургона. Итак, наша любимая распаковочка. И сейчас мы, друзья, вместе с вами рассмотрим все поближе.
Итак, друзья, перед нами фургончик Джексона Шторма. Но фургончиком, конечно, это не назовешь. Посмотрите, это настоящий автопоезд. И выглядит он как-то современно. Посмотрите, как будто стрела, летящая вперед. Здесь мы видим цифру 2.0. Это номер Джексона. Мы также видим, что эти тачки очень похожи. Посмотрите, это потому что одна команда. Цифра 2.0 и цифра 2.0. Это команда суперчемпионов и супертачек. Сейчас посмотрим, что из себя представляет вот такая вот большая машина. Тут наверху есть специальная, посмотрите, кнопочка, на которую мы сейчас нажмем и посмотрим, что же произойдет с этой машиной. Итак, нажимаем. Нажали. Смотрите, и произошло раскрытие. И вот что мы видим внутри этой машины. Вот отсюда Джексон Шторм заезжает. Вот на этот первый стенд. И сейчас мы увидим, какая проверка произойдет. На этом стенде, смотрите как, друзья, проверяется устойчивость данной тачки. Вот так вот она въезжает на этот стенд. И тут начинают ее специальные аппараты трясти и проверять, как держатся все колеса. Мощно, ничто не отпадает. Если проходит этот контроль, то тачка проезжает дальше. И подъезжает к следующей установке. Это, друзья, специальный компьютер. Вот с такими вот присосочками. И при помощи вот этих штучек проходит полная полировка кузова. А также, если эти датчики видят какие-то проблемы, то сразу вот на этом экране все высвечивается. А теперь заезжаем на следующий стенд. Это смотровая площадка. На этом стенде тачку рассматривают со всех сторон механики. И если нужно что-то подремонтировать, сразу ремонтируется на месте. Если все нормально, тачка съезжает вниз и останавливается вот на этом месте. Это специальное место для перевозки данной тачки. Когда фургончик закрывается и переезжает в другой город, Джексон Шторм заезжает, становится вот на это место и вот так вот следует до своего пункта назначения. Это самое безопасное место в фургончике. Тут с машиной никогда ничего не случится, если даже фургон перевернется. Ну что, друзья, продолжаем дальше исследовать этот фургончик. Теперь наша тачка приближается еще к одному месту. Смотрите, это уже ближе к кабине фургона. Тут, смотрите, друзья, мы видим специальный экранчик. А также это все раскрывается вот таким вот образом, посмотрите. И получается, как будто ты на самом деле гоняешь где-то на стадионе. Джексон Шторм становится вот на место, и он представляет, как будто действительно на данный момент находится на стадионе на первенстве кубка. Вот так вот все Джексон Шторм смотрит и представляет себе, как будто это он гоняет. И заодно на этом стенде проверяются все недостатки данной тачки и смотрится, какая же все-таки скорость у данного автомобиля. Погонял, посмотрел, съезжает обратно и заезжаем на следующий стенд. Ну а тут, друзья, проверяется, на какой скорости может гонять данная тачка и какую максимальную скорость она сможет развить. И все это показывает, посмотрите, вот этот индикатор и сердечко. Если сердечко загорается, значит машина еще жива и может выдержать большие нагрузки. Джексон Шторм вот так вот сюда заезжает. И тут его начинает, смотрите, вот так вот, друзья, трясти. Большая-большая скорость набирается этой тачкой. И индикатор покажет, да с какие же эта тачка сможет выдержать. Когда прошли проверку на скорость, остается только заправить тачку топливом. А для этого, смотрите, что предусмотрено в этом фургончике, друзья. Специальное заправочное устройство. Вытаскиваем вот этот шланг. Джексон Шторм поближе подъезжает. Вот сюда вот подводится шланг. Вот в эту дырочку. И наша машина стоит, пока бак не наполнится полностью этим топливом. Теперь, когда машина заправлена полностью, остается только быстрый старт. И наша машина заезжает вот на этот стенд. Это специальное приспособление, которое находится в самом конце фургончика. Вот сюда вот становится Джексон Шторм. И если тачка полностью прошла проверку, заправилась и готова к старту, то быстренько выезжает из этого фургончика. Смотрите как, друзья. Хопа! И все. Все готово, и наша машина выезжает на старт. Ну а когда закончены все проверки, убираем все обратно. Хоп, открывается экранчик. Убираем все шланги обратно. Вот так вот, чтобы они нам не мешались. Заправочный шланг ставим на место. Хоп. Джексон Шторм становится на место своей перевозки. И теперь просто все закрываем. Вот так вот. Хопа! И наш фургончик готов к транспортировке. А также можно отсоединить кабину от фургончика. Так вот отсоединяем, грузовичок уезжает и фургон остается на месте. А чтобы он более устойчив был, вот здесь есть специальные, посмотрите, ножички. Вот они, снизу этого фургончика. Они выходят и вот так вот устанавливается фургон на земле. Посмотрите, теперь он стоит мощно и никуда не денется.
а сама машина этим временем может заниматься своими делами. Ну что, друзья, как вам фургончик от Джексона Шторма? Понравился? Да, это очень крутая тачка. Я обожаю такие грузовички. Я думаю, вам, друзья, это очень понравилось. Все-таки тачки, они самые крутые в Потапе. Подожди, босс-молокосос, у меня еще один сюрприз. И очень интересный для всех подписчиков Потапа. Можно я его покажу сейчас? Я специально готовил такую штучку. Конечно, можно, Джексон Шторм. Подожди только минутку. Сейчас мы кое-что разыграем, то, что у нас было еще с прошлой передачи, а потом займемся твоим сюрпризом. Ну а пока я попрошу своих помощников занести в студию прошлый приз. Друзья, давайте сюда спиннера черепашек. Уже несу, босс-молокосос, я уже в студии. Вот он, мой спиннер. Сейчас его кто-то получит из ребят. Ну что, ребята, вы еще не забыли про эту штучку? Это Рафаэль сейчас подарит кому-то. Итак, сейчас мы узнаем победителя. Кому же сегодня повезет? Кто-то получит вот этот наикрутейший спиннер от Рафаэля. Итак, дорогой наш компьютер, начали! Ну вот у нас в Потапе очередной победитель. От всей души тебя поздравляем. Как тебе повезло. Тебе очень повезло, дорогой подписчик. О, как я рад за тебя. Теперь будет у тебя спиннер от меня, от Рафаэля. Больше такого ни у кого нет, только у тебя будет. Прими поздравления от всей нашей студии, дорогой победитель. И самое главное, прочитай описание к этому фильму, и ты узнаешь, как с нами связаться и передать нам свой адрес. И тогда мы сразу упакуем эту штучку и отошлем к тебе. И уже скоро вот такой вот спиннер будет крутиться на твоем пальчике, а все будут тебе завидовать. А чтобы не завидовали, ты всем скажи, пусть подписываются к Потапу, смотрят наши конкурсы, участвуют, и тогда у каждого появится эксклюзивный спиннер от героев известных мультяшек. Такое бывает только в Потапе, друзья. Да, ты прав, босс-молокосос. Такое бывает только в Потапе. Только здесь такие розыгрыши. И всем отсылаются различные подарки. Такое только может Потап, потому что он мастер своего дела. И не только мастер своего дела. Его просто все очень любят. Все герои мультяшек хотят жить в студии Потапа. Потому что здесь интересно, весело и всегда прикольно. Ну что, друзья, пришло время узнать сюрприз от Джексона Шторма. Что же он нам приготовил? Итак, встречаем новый сюрприз в студии от Тачек 3. Посмотрите, что нам несет Джексон Шторм. Посмотрите, какой подарок я приготовил для подписчиков Потапа. Это вот этот вот спиннер, посмотрите, какого он цвета. Точно такого же, как мои светло-синие полоски. Они перламутровые. И это эксклюзивный спиннер. Он только один. И повезет тому победителю, кому он достанется. Посмотрите, какой он крутой. А в середине этого спиннера моя фотография. Точно, смотрите, в середине спиннера фотография Джексона Шторма. И спиннер такой перламутрово-синенький. Ух ты, какой он классный. Ну вот, друзья, я объявляю о начале нового конкурса. И вот эта штучка, я вам скажу, очень крутая штучка, попадется тому, кто выиграет в этом конкурсе. А для того, чтобы участвовать, не забудьте обязательно подписаться, поставить лайк и написать комментарий к этому фильму. И посмотрите еще раз, какой это крутой спиннер с фотографией Джексона Шторма. Я хочу, чтобы этот подарок от меня и от Джексона Шторма достался самому достойному. Тому, кто очень любит тачки. У нас на сегодня все. Итак, не забудьте, что продолжается конкурс, но теперь уже вот на этот спиннер. Посмотрите на него еще раз. Это серия эксклюзивных спиннеров от Тачек 3. Посмотрите, какое это чудо с фотографией известного чемпиона Джексона Шторма. Участвуйте все, друзья, и только тогда вы сможете получать такие прекрасные призы от Потапа. Всем удачи, друзья. До новых встреч в Потапе. Мы вас очень всех любим и ждем. Пока, до новых встреч, друзья.